Здравствуйте, мои уважаемые подписчики. Мы поговорим о Никарагуа и Америке. Столица американской Никарагуа, Манагуа, находится у относительно большого озера и с туристической точки зрения хорошо подходит для просмотра. Переход границы не бесплатный, от 13 до 20 долларов в зависимости от требований таможенников. Нужно будет приготовиться к очень требовательному расспросу таможенников о цели вашего визита. В столице Никарагуа найдется большая набережная с грибами, столами и скамейками, подзарядниками и необходимыми удобствами с платой за вход от 20 рублей. Также у набережной можно будет рассмотреть копии соборов Америки и острова с потухшими вулканами. Отели среднебюджетные, столичные супермаркеты средней величины ассортимента, фрукты недешевые, встречаются военные, но местные воры могут умыкнуть сотовой.